В последнее время периодически думаю о том, как лучше и эффективнее заниматься вокалом. И вспомнил о нескольких своих ошибках, которые я допускал, когда вот еще только учился. Мне кажется, они могут быть интересны или поучительны для кого-то, поэтому запишу видео об одной, а дальше уж в комментариях пишите, интересна вам такая тема или нет. Жил я, значит, в Томске. Играл в группе, и был у меня там препод по вокалу. Отличный преподаватель, Александр Сурнин, спасибо ему большое. Прямо он учил меня круто. Но потом переехал я в Питер, 20 лет мне было, и я подумал. Ну что, в общем-то, все мне понятно, что мне говорил мой учитель из Томска. Буду просто сам заниматься. Хотел я сам всегда научиться петь прям качественно, чтобы и Queen спеть не стыдно было. Так вот, просыпался я каждое утро на час раньше и делал распевки. Много-много разных распевок. Брэд Мэннинг, Сет Рикс, Мелисса Кросс. Куча-куча распевок, я делал их и делал исправно каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. И вроде бы должен был бы у меня идти прогресс. И должен был бы я прогрессировать как вокалист. Но ни хрена. Я просто делал распевки, пытался петь песни, что-то у меня получалось так себе, что-то чуть лучше. Но я думал, количество перейдет в качество. Ведь логично звучит, если что-то делать много, то ты потом это постепенно будешь делать лучше, 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 лучше. Может, звучит это логично, но от этой логичности мой голос лучше ни хера не становился. И потом, когда я уже поставил технику, я понял, что я просто повторял упражнения с техническими ошибками и тренировал неправильные координации, которые не давали нужного звука, и просто потратил на это много времени. Так вот, к чему это я? Ошибка была в том, что я купился на логичную идею. Мне казалось, что идея «много пой, будешь петь лучше» логично, и поэтому мне должно получиться. И с тех пор я стараюсь себя и своих студентов оттормаживать от логичных, красивых идей и подводить к тому, что давайте смотреть на результат. Реально становится от этого лучше? Значит, работаем. Если не становится, значит, что-то ты делаешь не так, надо найти ошибку, ее исправить и перепроверить. Как и муха о стекло, она может биться очень долго, но пока она форточку не найдет, она не вылетит. Так и с вокалом. Недостаточно просто руки в боки, я же работаю, давайте мне результат.